всегда в эпицентре, в самых горячих точках. Грузия, Киргизия, Чечня, Сирия. 45-я бригада спецназа ВДВ уже 30 лет выполняет боевые задачи прямо сейчас на Украине. У нас в Кубинке уже организован небольшой мемориал. Поставлены плиты памятные. Это в основном здесь находятся те, кто погиб в самом начале СВО. Гостомеле, на других участках. Кубинка, аллея славы. Военнослужащий Александр, 15-й год, служит в 45-й бригаде. Пришел почтить память павших сослуживцев. Многих из погибших разведчиков знал лично. Под его руководством они начинали свою службу. К примеру, Денис Фарафонтов пришел к нам служить срочную службу уже в довольно зрелом возрасте. По тому, как он обращается с оружием, по его общению, видно было, что человек уже взрослый, состоявшийся. Вот. И затем выяснилось, что он проходил службу в специальных подразделениях. Вспоминает о товарищах и мужественных защитниках с дрожью в голосе. Неспроста, говорит, они элита. Десантники пойдут туда, где тяжелее и опаснее всего. Олеся Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».